Всем привет! Привет! Добро пожаловать в Волок на пару! Outfit of the day! Сегодня в легком-легком платьице, сарафанчике. Это мы его взяли в Испании. А вот эти штучечки? Босики, не помню. По-моему, аксессуарайзи взяли. Сумочка из Oriflame и туфельки из Обувь Комфорт. Моя очередь. Вы наверняка уже видели этот сарафан недавно, ну точнее не сарафан, этот принт на маминых брюках. Мы взяли и то, и другое в Ойше, только у меня сарафан длинный. Украшения вот эти из Oriflame, это очень старая коллекция. И вот такие балеточки, тоже из Обувь Комфорт. А может быть не из Обувь Комфорт, может быть из этого. Нет, не студия 77, это швейцарская вот эта ортопедическая обувь на 1905 года. Да, я вспомнила. Вот такие браслетики, это из Испании. Все, я сейчас волосы еще распущу. Да, у нас там 24 градуса, я хочу распустить волосы. В конечном итоге я вот эту сумочку Oriflame взяла и вот так немножко распустила волосы. Мы идем в H&M сдавать вещи, пакеты. Кстати, на последний раз уже дали талоны, которые будут действовать с 1 сентября. И даже полтора года они будут действовать. Да, до января 2019 года, представляете? Не до 2018 года. Потому что мы думали... Смело сдавать за полтора-то года. Точно. Я думаю, что раньше гораздо. Мы уж такие молодцы, все сдали, сходили. Что сдали? Вещи, только что же мы говорили про вещи. Нет, сдали. А, еще мы сходили в Тапер, сдали вот эту, как ее называется, кокотницу, да, которую без крышки получили. Непонятно, теперь правда, будет, что там будет дальше. Решаться вопрос. Мы, конечно, вам хотели. Вот деньги. Я говорю, вы мне просто верните с крышкой кокотницу. Да. И еще мы купили собаке еду. Да. Потому что она обжора. Она у нас плохо ест. Да. Ну, куда пойдем дальше? А дальше мы идем в Елисейский. У нас что, есть нечего? Общественно задают вопрос. У нас что, есть нечего после закупа в Ашане? Кое-чего нет. Ой, побежали. Кстати, кажется, что вообще день прямо такой светлый, а на самом деле уже смеркается. Почти день. Да, мы после уже работы, получается, идем. Сегодня дома делам невозможно было снимать, да, потому что у нас начали ремонт дома, фасада и, по-моему, еще чего-то, в общем, долбили целый Жужжали. День. Голова вот такая. Да. И мама говорит, она редактировала свое видео и даже не слышала слов с экрана. Я голос не слышала. И вообще все тело прям мелкой дрожью било. Аня говорит, что она не почувствовала. Я не почувствовала. Трясучку эту я почувствовала. Все, мы дома. Да. Знаете, мы сегодня решили сделать видео, ну как продолжение, окончание того, что мы редко делаем, но вам очень всегда это нравится. Что в наших сумках? И мы вместе ни разу этого не делали. Мы делали, я на своем канале один раз, здесь один раз по своей сумке делала, мама на своем канале один раз делала, что в ее сумке. Но вместе мы еще ни разу этого не делали. Одно и то же будем доставать, а потому что у нас разное. Да? Да. Ну давай. Только единственное, а где мой телефон? А, вот давай с телефона начнем. Давай. Телефон. У меня сейчас вот такой чехольчик с кокосиками, а у мамы со львом. Если увидите, то это лев. Да. Телефоны у нас одинаковые. Это iPhone 7S. Нет, плюс. 7 плюс. 7 плюс. Вот. Дальше. Кошелек. Паспорт. 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 Я маме все время говорю, надо поменять обложку на паспорт. Она говорит, что у меня все стерлось. Да, но маме так нравится эта обложка. У меня вот такая обложечка. Она. Ну и у Ани, и у меня Oriflame-овская. Да. А внутри у меня пенсионное удостоверение. Потому что куда мы должны были пойти? Ну, ты должна была менять эту карту. Нет. А что? Менять. Да, менять карту. Карточки, точно. Да. Да, надо вытащить. Кошелек? Или жизнь? Так, кошелек. Да, кошелек в другом у меня отделении. Вот мой кошелек. У меня вот такой маленький кошелечек.
Он такой тяжелый, там столько мелочи. У тебя My Wallet, да, кошелек, а у меня кошелек Michael Kors. Но он, о, кстати, маленький такой. Когда ходила в Озон последний раз, Tupperware получала, девушка передо мной такой кошелек положила, только другой расцветки. А-а-а. Я увидела, что ручка. Думаю, какая молодец. А у меня тоже так открываю, у меня тоже ручка вот здесь. А я ее не пользуюсь. Причем не твоя. Может, твою сделать? Ну, да, в смысле, наверное. Ну, вот такой, он мне так понравился. Он такой легкий. Вот этот легкий кожаный. Хороший. У меня есть вторая часть еще кошелька. Это, здесь у меня нет мелочницы, и я не всегда беру мелочницу с собой, а здесь только карточки и бумажные деньги. А это мелочница, тоже My Wallet, в виде сердечка, и здесь вот вся мелочь. Она иногда убегает куда-то, вот, и вот здесь вся мелочь. Очень удобная штучка, и когда мне точно не нужна мелочь, я просто выкладываю, и все. Дальше. А, это то, что у меня тоже есть. Это для визиток, ну не для визиток, а для карточек для разных. Для дисконтных карточек. У всех, я думаю, вот такая штука есть. Но в последнее время я ее теперь редко стала я брать. Я тоже. Но в Ильдабуте у меня теперь, например, карточка в телефоне. Это очень удобно. И, ну, есть некоторые карточки, которые можно в телефон сделать, у меня а есть, вот которые здесь нельзя. Такой брелочек. Тоже My Wallet. Слоник. Да. И сердечко. Ой, где оно вот здесь? Надо посмотреть, очень какие красивые у меня карточки-то есть. Да разные всякие. У нас не повторяются. У нас не повторяются, да, карточки, вы представляете? Одни карточки на меня записаны, а другие на нее. Это просто тяжеленная штука. Да. Так, дальше так, что? Что еще? Ну, сейчас... Защитные очки есть? Нет, сейчас нет. А у меня есть. А, ну давай тогда то, что у меня нет. Ключи там есть? Просто. А, у меня ключи... Ручка нет, проездной. Ключи у меня... Проездной. У меня ручка есть. Проездной есть, социально, да. У меня социальная карта москвича, но у нас помните, одинаковые. Помните, мы рассказывали вам, что купили вот... У Зоэлы. Зоэла, да, Бьюти, вот такую штучку. Очень удобная она на самом деле. Итак, пью. Да. Пью. И я агент ФБР. Социальная карта москвича. У меня тройка. Вот она. Вот такая. У меня тройка. Да. Так, да, дальше. Ручка. А, у меня есть чехольчик от очков. Пойдет? А у меня есть очки без чехольчика. У меня есть чехольчик. Чехольчик Зара. Вот. У меня очки все время лежат в чехольчике. Ручка. У меня вообще вот такая штука, в которую я все кладу. Вот. И здесь же как раз ручка. Ручка, которую мне мама подарила на Новый год. Паркер беленькая. А у меня паркер розовенькая, которую Аня мне подарила. Тоже на какой-то праздник, да, по-моему. Так, вот эта штучка, еще? Кстати, из Accessorize, вместе с рюкзаком я брала. И здесь такая классная звездочка, если вы видите. Вот. И сюда я уже складываю вот, ну, вот эту вот штуку, там мелочницу, ручку, все сюда складываю. Ну, дальше салфетки. По салфеткам, да, пройдем. Да. У меня еще есть то, что ты перестала с собой носить. Вот. Это аптечка. У меня не помещается. Это аптечка, и я теперь ее с собой. Там очень много лекарств. Там очень много всяких лекарств. Но они лекарств. Не полными пачками, как они, кластеры, что ли, называются? Блистеры. Блистеры. И вот эта штучка, ну это тоже мамина, я маме подарила, когда у нас был кот Шмоня. Ой! Я маме на день рождения подарила такую таблетницу. Она очень красивая. Очень миленькая эта таблетница такая. Да. Вот, что дальше? Эти, да? Да. Здесь у меня, подождите, у меня здесь есть бумажка. Очень важная бумажка какая-то. Так, здесь все. Теперь переходим к другому, к следующему карману, который у меня вот здесь находится. И здесь у меня разные алфеточки. У меня платочки носовые бумажные. Есть. И сиденье для унитаза. Нет. У меня есть салфетки бумажные. Нет, туалетная бумага влажная, салфетки Ильдабуте влажные и салфетки, очищающие одежду, чистить Амбей. Вот. Вот видите, у нас разделение труда. Да. Ой, дальше у меня есть вот такой, который, ну, не знаю, понравился он или нет, дышалка от укачивания. Ну, так работает она или нет? Я не поняла до не сих поняла. Пор. Когда я ее нюхаю, у меня вот этот запах лаванды остается в носу. Мне не очень нравится.
У меня есть ключи, а у Анины ключи сейчас в двери вставлены. Да, да. Но, в принципе, получается, что она их тоже носит. Резиночка. Это очень ответственная деталька. Да. Так, потом... ну что у тебя еще есть? У меня есть спрей для для рта. Президент, потому что я в последнее время не жую жвачки. Ой, я что-то тоже нашла. Бумажки какие-то. Чеки. Ну, что это за... Мятненько. Смотри. Это мои Пандоры. Пандоры? А, это, наверное, те, которые мы потеряли тогда. 21-25, да, точно. Вот, и еще у меня, кстати... Ну, сейчас мама еще закончит рассказывать. А еще у меня есть вот такой... Как он называется? Брелочек? Ну, не знаю. В общем, чехольчик, брелочек Bath & Body Works. И здесь у меня антисептик висит просто вот на рюкзаке. А еще на рюкзаке у меня есть вот такой брелочек, буковка А. Очень прикольный, он там такой голографический. Вот. А у меня... Я закончила. Закончила. А у меня вот такой... Ну, в смысле, здесь очки лежат. Это очешник. Это я привозила из Барселоны по мотивам Гауди. Сделано. Это очки для Дали. Это сейчас летний вариант. Ну, вот я ничего в них не вижу здесь. У меня зрение улучшилось, и я теперь одеваю очки, и вблизи ничего не вижу. Что ты смеешься? Я на выставке ходила, вообще не пойму. То ли без очков смотреть, то ли в очках смотреть. Ну, в общем, вот... Так, и у меня здесь такая же тряпочка для протирки. Да. Она такая нежная, да. Такая мягенькая просто вообще. И еще у меня такая же есть, такой же есть коврик для мышки. И у них каждый год, по-моему, новая, да, новая коллекция. Но когда разные. Мы были, там другой расцветки тоже были наборы, и разные можно было купить. Но вот этот был самый красивый. А еще у меня есть селфи-палка. Да, мама у нас носит селфи-палку. Волшебная. Очень хорошая, она, правда, поэтому мама делает... отказывает. И иногда мама делает вот так, ну, вытаскивает, она не срабатывает. Один раз, да. И я работаю за селфи-палку, потому что я нажимаю кнопочку. Один раз такое случилось. Один раз, ну, да. Ну, случилось, случилось уже. Ну, все вроде бы, да. Замечательно. Да. Ну, еще мы с тобой... Этим летом постоянно носим зонты. И воду. Ну, изредка воду. Ну, это то, что у нас сейчас в сумке, да. Да. Напишите. Я, когда я первое видео свое делала, что у меня в сумке, я сказала, что я девушка-черепашка. Я весь свой домик ношу с собой. От мамы научилась, потому что она весь свой домик носит с собой. Поэтому, конечно, у нас сумки просто неподъемные. И мне очень нравится сейчас мода на рюкзаки, потому что, ну, как-то вот раз и все на двух плечах носишь. Потому что на одном плече очень сложно носить такого веса сумку. Напишите, кто... Ну, кстати, иногда мы носим маленькие сумочки. Вот, например, сегодня ненадолго мы выходили с маленькими сумочками. Замечательно, да? Да, вот вышли вчера с маленькой сумочкой, и уже одной карточки не было. Да, сум, да. Вот, ну напишите, кто вы больше, девушка-черепашка или более Или облегченный вы? Да, да. Не носите с собой столько салфеток, аптечки, там все эти скидочные карты и так далее. Вот, и напишите, если, конечно же, это не секрет, что у вас в сумке, и какая у вас сумка, цвет, нам, я не знаю... Модель, там еще что-нибудь такое. Ну, и наши благодарности. И завтра ловите видео на моем канале, которое как раз будет посвящено моим летним сумкам. Да, ты же еще не выпустила. Ловите, ловите. Мама очень старалась и редактировала. И сегодня, вот когда мы записываем это видео, это 31 июля. И завтра мы проведем розыгрыш. Конкурса! Да. Так что вы можете успеть еще, если не... часов 5-10 принимали участие, да. В конкурсе примите участие. Все условия, наверное, внизу будут, все, да? Условия в группу. В группу заходите, все условия там есть. В группу ВКонтакте. Благодарности. Я сегодня очень благодарна. Мы еще раз съели окрошку.
Я за это не благодарна. Мне понравилась очень окрошка. Но так как дело было спонтанно все. Да. В магазин мы пришли в Елисеевский, они говорят, ну что, больше не будем есть окрошку? Нам пришлось там купить окрошку. Ну, еще мы взяли много вкусных ягод, там ежевику, голубику и очень вкусные персики приплюснутые. И очень мне понравились. Все такое сочное, сладкое. Вот, я за это благодарна. Я сегодня благодарна за то, что мы хорошо поработали и выполнили все намеченные побочные дела, которые и по работе все выполнили, и по делам тоже все выполнили. В общем, такой был хороший сегодня день. Замечательный. И ваши комментарии были такие замечательные, теплые, добрые. Спасибо. И спасибо всем тем, кто печет по моим рецептам, и вашим мужьям нравится, мне тоже понравилось. Всем мужьям привет. Мужья. Ну, а мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.